Библейский портал экзегет.ру представляет. Тридцать третья глава Иова. Мы читаем эту книгу в моем переводе с небольшими комментариями для библейского портала «Экзегет». У нас начал говорить Элигу, такой юный, дерзкий, пламенный проповедник, который не обращает внимания ни на этих друзей Иова, они старики никчемные, ни на самого Иова, он дерзкий богохульник, а он вот сейчас нам истину скажет. Ну, послушаем. «Так слушай же, Иов, мою речь, каждому слову внимай. Ныне открываю я уста, язык мой и гортань вещают. Сердце мое говорит честно, и уста чистую правду молвят. Сотворил меня Дух Божий, жизнь меня вдохнул всесильный». Я говорил в прошлой главе, что это такой резонер, пылкий, пламенный, но вот он все знает. И обрати внимание, как он начинает свою речь. Вот я, да? «Мой язык вещает, сотворил меня Дух Божий». Он прав, да, каждого человека сотворил Бог, по крайней мере, в книге Иова и для любого человека библейской культуры это так. Но можно это подчеркивать, вот как Иов говорил об этом. Он обращался к Богу и говорил: «Ты меня излил, как молоко изгустил, как творог, одел меня жилами и костями». Да, то есть он описывал это сотворение очень конкретно. Вот он видел себя зародышем в чреве матери, с момента зачатия буквально. И теперь ты меня сминаешь, как глину, да? Вот Иов говорил с болью: этот сотворил меня Дух Божий, жизнь меня вдохнул всесильный, вот я красавчик, молодец, умница, сейчас вам все расскажу, да? Вот оба человека глубоко верующих. Но для одного сотворение – это такая, знаете, трагедия, отношений с любящим отцом. Почему же отец вдруг внезапно его так сильно бьет и абсолютно ни за что? А для другого это повод. Вот какой у меня отец, вот какой я хороший. Бывает и так, и так. А ты, если можешь, ответь мне, выходи на поединок, защищайся. О, он ее уже на поединок вызывает. А друзья-то с ним спорили, ну как бы спорили: слушай, Иов, образуемся, и давай уже это как-то по-другому, и все у тебя исправится. А этот вот, ты враг. Ну, пусть не такой, которого надо убить, но такой, которого надо победить. Вот этот такой дух всезнайства, дух неофитства. «Перед Богом я то же, что и ты, я и сам вылеплен из глины. Я тебе не внушаю ужас, и гнет мой тебе не грозит». То есть ты жалуешься на Бога, что он в любом случае тебя раздавит лепешку. «Ну, я-то не такой, поэтому ты мне ответь». Вот неофит уверен, что все должны с ним обязательно спорить, чтобы он всех сумел победить. «Я сам слышал, как ты говорил, и звук этих слов у меня в ушах. Чист я и греху не причастен, не порочен, нет на мне вины. А Бог все выискивает повод, чтобы назвать меня своим врагом, забивает мне ноги в колодки и следит за каждым моим шагом». Обратим внимание, что Элигу человек честный. Он не переиначивает слов Иова. Иов буквально это говорил. Да? Он спорит действительно с Иовом. Очень часто неофиты спорят с тенью, с придуманным образом какого-то абстрактного врага, которого они вот видят в собеседнике. Нет, Элигу спорит вот конкретно по пунктам с Иовом, что он чист, что Бог нарочно хочет его наказать и не дает ему вообще ничего сделать. Да? Да, так он и утверждал. «Я на это отвечу, ты не прав, ведь Бог больше человека. Что же ты его обвиняешь, дескать, он тебе не отвечает? Бог говорит по одному или по другому, его не понимают. Во сне, в видениях ночных, когда забытье на людей не сходит, и спят они в своей постели, тогда отверзает он людям слух, порицаниями их устрашая, чтобы отвратить человека от дел его, избавить людей от гордыни, чтобы удержать от падения в бездну и не дать пересечь стремнину». Стремнина, очевидно, вот некая река, как у греков Стикс, которая отделяет мир мертвых от мира живых, то есть не дать уйти вот туда. А что же он отвечает? Бог больше человека, и Бог предупреждает разными способами. Абстракция. Абсолютная абстракция. Иов жалуется на конкретную боль, и Элигу ему говорит общими формулами. Друзья, в принципе, делали то же самое. Но друзья хотя бы как-то вот лично немножко это переводили на Иова. Дескать, ну если ты будешь себя вести по-другому, то и у тебя все изменится. А это вообще какой Бог? Он велик, но людям он дает некие наставления. И вот Бог Элигу безразличен. Бог Элигу дает указания и остается в этой своей блаженной надмирности. Ему все равно. А Бог Иова не может быть таким.
Или поражает человека на ложе болью, и нет его костям ни на миг покоя. Ну, это прямо история Иова. Тогда не приемлет пищи его чрева, и лакомство ему противны. Плоть его на глазах тает, оголяются сокрытые кости. Жизнь его на краю могилы, и несущая смерть все ближе. Ну, то ли какие-то демоны, то ли, там, не знаю, похоронная процессия. То есть, вот тоже страшное страдание. Это что? Это способ Бога как-то повлиять на человека. Спросите вот такого пламенного неофита, почему вот умирает ребенок, а почему некий человек рождается в ужасных условиях, живет очень тяжелую жизнь и уходит в могилу, не изведав радости. Да ровно потому, что вот Бог таким образом являет что-то такое вот великое, да? Господи, у него нет, что ли, других способов это сделать? Почему страдания-то? Вот не объяснил ничего. Но если встанет рядом с ним ангел, заступник из тысячи один и поведает о его правоте, сжалится над ним и скажет, отпусти его, не своди в могилу, я нашел за него выкуп. То есть ангел-заступник некий, который поведает о его правоте и даст некий выкуп. Какой? Вот мы говорили уже не раз, что книга Иова, она на пороге Нового Завета. Должно быть какое-то искупление. Человек перед лицом страдания бессилен. А Бог не всегда далеко его из этого страдания вытаскивает. Что-то должно произойти. Вот еще один вариант посредника. Иов говорил о посреднике. Тот, кто встает рядом с человеком, сообщает о его правоте. А какой же правоте? Вроде Иов сам о своей правоте говорил. Нет, должен быть кто-то, кто между Богом и человеком установит эту связь. И кто даст выкуп? Илигу не объясняет, какой. Но вот уже зародыш идеи Нового Завета. Вот уже ожидание того, о чем будет сказано в Евангелии. Вот если это все произойдет, он снова, как в юности, расцветет, и молодость к нему вернется. Как бы хотелось. Будет угодно Богу его молитва, ликуя предстанет он пред Богом, и тот вознаградит его за праведность. Воспоет он пред людьми и скажет, здесь немножко в еврейском тексте непонятно, пройдет, но в конъюнктуре воспоет. Ну, неважно, в общем, что-то перед людьми сделает и скажет, согрешил я, правду извратил, но не воздал он мне по заслугам, он избавил меня от могилы и дал мне увидеть свет. То есть все понятно. Человек оживает, приносит свое покаяние. Обычно мы видим в обратном порядке, да? Ну, такой двусторонний процесс. То есть, в общем, все понятно. Илигу излагает, все хорошо. Вот человек страдает, это способ Бога отвратить его от его преступлений. Все это делает Бог для человека. И вдвое, втрое, того больше, чтобы уберечь его от могилы, чтобы сиял для него свет жизни. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, пока буду говорить, но если сможешь возразить, ответь, и я с радостью правоту твою признаю. А если нет, слушай меня, молчи, и я мудрость тебе преподам». Иов так и не отвечает Илигу ни разу, и мы говорили в прошлый раз, в прошлой главе, что, скорее всего, это некий комментатор, который, собственно говоря, уже выступает после того, как сложилась основная часть книги. Вот что может сказать благочестивый и такой уверенный в своей правоте человек на всю эту книгу. Вот это и есть речь Илигу. Но есть и другая, наверное, причина, по которой Иов ничего не отвечает. Тут отвечать не на что. Друзьям он отвечает, потому что, во-первых, у них давние личные отношения. Это его близкие друзья. Их просто так не бросишь. А во-вторых, потому что друзья обращаются к нему, а Илигу вещает истину. Он такой громкоговоритель. Знаете, вот тогда не было, конечно, на столбе висит тарелка и вещает. Но кто с ней будет разговаривать, кто ей будет возражать? Если человек разговаривает с телевизором, значит, у него не все в порядке с психикой. Да? Вот Илигу как раз такой вещатель, громкоговоритель. Очень часто такими бывают очень благочестивые, очень глубоко верующие люди. Но итак, что же он все-таки к Иову, какие применит вот эти свои абстрактные истины, мы в следующей 34 главе почитаем.